Привет всем друзьям и подписчикам! Добро пожаловать на мой канал с рецептами, где сейчас для вас представлено видео с рецептом маффинов с черникой. Для их приготовления понадобятся 200 грамм сладкой мускатной тыквы, 1 стакан цельнозерновой пшеничной муки, полстакана черники, 2 столовые ложки сока лимона, 1 столовая ложка семян чиа и 1 чайная ложка соды. Для начала приготовления тыкву натереть на терке. Поместить тертую тыкву в чашу блендера. Добавить в ней полстакана фильтрованной воды, семена чиа, сок лимона и измельчить блендером в пюре. Цельнозерновую пшеничную муку смешать с содой. Перелить в муку из блендера тыквенное пюре и перемешать. Затем высыпать в тесто чернику и перемешать еще раз. Разложить всю массу по формочкам для кексов. Отправить маффины запекаться на 30 минут при температуре 200 градусов. Готовые маффины освободить от формочек и сложить на тарелку. Сверху посыпать сахарной пудрой. Маффины с черникой готовы. Порадуйте такой выпечкой к чаю себя и близких. Не забудьте поставить лайки, подписаться и поделиться с друзьями. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео, и пишите свои комментарии. Берегите себя и будьте здоровы. Пока!